Так, ой, крипер. Ой, он меня боится, что ли? А, ну, а что я боюсь-то тебя? Ну, гуляй, гуляй. А ты-то меня не боишься. Так, тихо. Тихо. Тихо, пауки, пауки. Не-не-не. Блин, почему у меня нету бензопилы? Я не хочу умирать таким образом. Умрите, пауканы гребаные. Меня опять сейчас убьют, ребята. Опять убьют сейчас. Убьют, 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 убьют. Не хочу. Всем привет, с вами Лев, это у нас 5-я серия по техно-хардкору, и сегодня, наконец-таки, я нападу на этот корабль военных, и он находится вот прям там, да, буквально 300 метров, и все, и мы будем там. Ну ладно, в принципе, неважно, да, вообще-то еще, если так заметить, можно увидеть то, что здесь куча просто этих путешественников, да, или жителей, я не знаю, кто как хочет, так и называйте. Короче, на самом деле, это жесть какая-то, да. Ну и, короче, я эту серию уже пытаюсь очень давно записать, потому что мне, честно говоря, как минимум жарко. На улице очень жарко, на улице сейчас, ну, в реальности, естественно. И поэтому я сейчас очень реально стараюсь записать нормально серию, потому что, ну, мне прям плохо, дурно прям становится. Я как начинаю записывать, мне через 5 минут дурно становится, да. Жителей очень много, я не понимаю реально, почему их так много, да. Ну да ладно. У нас есть, кстати, вот такой вот хлеб еще, да. Давайте мы его заберем. Я сейчас покажу, откуда я его взял, эту вообще, и пшеницу, и хлеб, и так далее, да. И все станет вам понятно, да. Во-первых, давайте покажу то, что у меня есть бензопила теперь новая, да. У меня есть лук на 50 стрел, у меня есть самопал на 30 патронов. И есть новая броня под названием солдатский шлем, солдатский жилет и солдатские штаны и ботинки. Ну, короче, солдатская броня, да. Вот так вот она крафтится, в принципе, да. Ну, в принципе, железо и прочная ткань, вот так вот она крафтится. Вот показываю, да, быстренько вот так вот. И все, да. В принципе, еще что я взял, у меня есть эндер-мешочек, у меня есть, видите, вот такой вот многоразовый эндер-жемчуг, водное дыхание, наверное, пригодится, эндер-крыло начала, оно телепортирует тебя на начальную точку, доски, всякие блоки, еда, лодка, динамит какой-то, я тоже в прошлой серии его взял, мечи дополнительные и вот эта крутилка, они нужны, потому что, возможно, у меня бензопила опять сгорит или еще что-нибудь похуже, и это будет как дополнительное оружие. Ну да ладно, в принципе, откуда я взял хлеб, я думаю, вы уже видите, потому что у меня появилось свое поле, так сказать, да? В принципе, своя грядка, и я, в принципе, беру вот так вот пшеничку, забираю ее, и, короче, хлеб здесь дешевле в 3 раза получается в этой сборке, чем в обычном Майнкрафте, потому что, смотрите, как я делаю. Я делаю вот так вот, получаю вот этот флоу, засовываю ее в печь, да, и получается ровно 1 хлеб. То есть, получается, из одной пшеницы у меня получается ровно 1 хлеб. Ну ладно, в принципе, я... уже буду начинать, да, потому что я этого очень долго ждал, уже, наверное, 3 месяца, я просто жду того, как уже взять просто и напасть на этих гребаных военных и убить их всех нафиг там, да, потому что, если честно, уже правда надоели, и, короче, в принципе, ну и, так сказать, выполнить свою цель сей, наконец-таки, да. Так, в принципе, мы сейчас вот так вот сядем в лодку, я сейчас включу сложность нормальную, и мы, в принципе, начнем, да. И, надеюсь, лагать не будет, потому что... Ой, уже даже сейчас лагать начинает. Так, мне надо... Мне, наверное, надо как-то отплыть, потому что я сейчас, если нападу на сам корабль, это будут большие проблемы у меня. Начнут сразу все стрелять и так далее. Вот он этот корабль, отлично. Отлично, многоразовый эндер-жемчуг бьем сразу, динамит. Наверное, блок... Что произошло? Подождите. Так... А, я под водой. Я под водой. Не умирай. Нет. 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 Меня что-то сотёт. Я не вижу ничего. Подождите. Подождите. Бензопила. Что происходит? Я вылазю? Меня ребят убивают. Вижу, 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 вижу. Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп. Домой, домой. Новая база. Ну-ка, телепортируемся. Так, ой, ой. Все нормально. Так, а как мне пробираться-то на базу военную, если вот эти... Если вот эта собака будет меня убивать... Я даже не знаю, что делать. Ладно, сейчас быстренько скрафтим тогда еще одну лодку. И попробую максимально быстро сплавать. Надеюсь, я успею, потому что я не думаю, то, что у меня из лодки должен прям забирать. А то это как-то плохо.
Так, попытка номер два. Вот она, по-моему. Вот она, да. Тихо, тихо. Пожалуйста, не забирай меня. Да, это-то херня. Это, ладно, вот это синяя, это херня. Это не страшно. Так, сейчас будет вертолет, скорее всего. Надо сейчас... Так, это вот мой старый корабль. Вот надо на этот корабль попасть как-нибудь. Ой-ой-ой, вертолет. Пожалуйста, пожалуйста, давай, братуха. Держи... Ёпта! Их двое! Так, быстро, быстро! Чтоб тебя... Нет, нет, воду, воду. Вода здесь очень опасная. Быстро сюда. Быстро, 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 быстро! Закрывай. Все, я на корабле. Четко, четко, четко. Херач этого скелета. Почему он не убивается? Это очень странно. Ой, еще один. Так, тихо, тихо, тихо. Что происходит? Успокойся, успокойся. Все, берем всякие вещи. Контейнер сердца, меч края, эндер книга. Сохраняет точки телепортации. Я не знаю, что это такое. Темные ботинки. Я, короче, паникую. Есть еще одно сердечко. Отлично. Есть, все. Это очень поможет в бою. Все, отлично, отлично, отлично. Это все мы залутаем, конечно же. Даже какой-то еди есть. Искатель спаунеров, отлично. Фух, мне уже страшно. Ой, боже, скелет. Скелет, уйди отсюда, пожалуйста. У меня такой величайший момент сейчас. А ты мне все портишь. Так, тихо, осторожно. Так. Я не знаю, как мне их убивать. Они очень жесткие, блин, эти. Эти, блин, вертолеты. Так, а у него всего 100 хп. Может быть, его так вольнуть? Я не знаю, короче. Надо как-то на них нападать. Так. Что здесь еще есть? О, вот эти штуки помогут мне. Эти штуки мне помогут. Стальная кираса. Я даже не знаю, для чего и что это такое. Она хорошо защищает или нет? Хорошо или нет? По-моему, получше защищает. Но давайте попробуем уже в этой броне тогда, которая у меня уже есть, потому что... Потому что, мне кажется, она все-таки будет лучше защищать. Это все-таки броня солдата, да? Да? Да-да-да-да! Стой! Стреляет собака тварь. Так, мне надо вот эту еду есть, потому что она дает скорость Е. Скорость Е. Вот такая вот офигенная скорость. Так. Фух, да начнется битва, как говорится. Все, сейчас, 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 сейчас. Начнется, как говорится, битва. Тихо. А! Нет! Нет, нет, нет! Чтоб тебя! Тихо! Тихо, тихо! Что произошло? Фух, блин. Я ж охренеть успел. Тихо, тихо. Так, закрывай, закрывай, закрывай. Все, отлично. Блин, а капец. Да! Есть! Оружие, оружие, ребят, не оружие, досталось. Есть! Есть, есть, есть. Все, ребят, вам пипец всем. Вам просто капец, ребят. Я же не буду с вами играться. Иди сюда, твою уж мать. Собака тварь. Есть! Я просто всех валю, ребят. Это четкое оружие, просто жесткое. Капец! Так. Ой-ой-ой! До свидания. Тихо, 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 тихо. Ой-ой, до свидания. Так, оружие кончилось. Новое, новое. Так, на-на-на-на. Умни, умни, умни. Есть минус один. Все четко. Так, за этой стеной у нас находится очень много военных. Надо готовиться, надо готовиться. Я уже на самом корабле. Ой, идет, идет, подожди, стоп. Ой-ой, ой, ой, лагает. Не лагай. Блин, вот эти фризы, конечно, которые вообще зависают игру. Это вообще капец. Это же умереть можно. Так, надо сейчас осторожно, надо сейчас оружие взять. Боевой дробовик, вот что нам нужно. Но у него всего 8 патронов. Но это слабое оружие, мне этого не хватит. А может быть и хватит, я не знаю. Так, до свидания. До свидания. До свидания. Так, есть опять, не забываем. Хорошо то, что еды хотя бы много. Умоги, 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 умоги. Все, отлично, минус 2. Так, сейчас еще один появится, стоп. Тихо, 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 полегче, не это самое, не паникуем, закрываем двери, тихо, тихо, вали, вали его, тихо, 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 чуть не умер, полегче, полегче, ребят, полегче, динамит силы взрыва эквивалент на заряженному клиперу, может быть это использовать, но это, наверное, будет пока что рано, так, так, о, 20, так, тихо, так, есть, я, блин, неправильно кнопкой пользуюсь. Надо правой кнопкой их валить. Есть! Есть! Все, я очистил. Отлично, отлично, отлично. Все, есть пистолет. Четкое просто оружие, наверное, будет. Наверное, пока вот так вот, ребят, сделаю. Все. Сейчас надо прям осторожно и как бы резко и на всех нападать. Потому что сейчас будет действительно жестко. Так, есть еще один здесь. Отлично. Он далеко, значит, надо использовать, наверное, самопал свой буду использовать.
Так, ой, нет. Нет, самопал слабенький слишком. Так, что использую? Боевой дробовик. До свидания, Вася. До свидания. О-о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 ! Нихера себе. Ребят, меня грохнули походу опять. Так, вот это уже нехорошо. Так, тихо-тихо. Где ты? Ой-о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 й
что это такое вообще? Блин, и ночь опять. Опять это ночь. Опять это ненужная ночь. Так, тихо. Ребят, до свидания. До свидания, ребят. Ладно. Ладно, я не знаю, что мне делать. Это же плохо. Это же, наверное, очень плохо. У меня есть какое-нибудь оружие? Так, у меня есть вот это. Прекрасное оружие вообще. Что может быть лучше? Какие-то палки, блин. Копье какое-то. Ну ладно. Так. А! Тихо. О, а я же могу так дотянуться. Нет, не могу. Ты меня не будешь стрелять? Надеюсь, что нет. Закрой дверь. Стоп. Нет, нет, нет. Ай! Тихо. Блин, как его убить? У него три сердечка. Умри! Умри! Во-первых, я предлагаю, наверное, сейчас сломать какой-нибудь из блоков, чтобы сейчас быстренько взять спокойненько вот так вот и забрать свои вещи. Потому что так нападать, это действительно будут проблемы огромные. Так, осторожно. Дверь не открывай, пожалуйста. Есть. Так, 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 так. Штаны командос. Наверное, они будут получше. Что это такое? Амулет левитации. Наверное, я это все включу сейчас. Все вот эти свои, вот эти, как они, амулеты, да? Так, давай, иди сюда. Иди сюда. Ой, до свидания. Минус один. Так, а это далеко слишком. Тихо, тихо, не стреляй. Тихо, тихо, не стреляй. О, вот это хорошее оружие вроде. Давай, давай, давай. Есть. Вот это быстрое оружие, короче. Очень хорошая. Блин, сейчас еще заспавнится. Тихо, тихо, тихо. Надо полегче отсюда отойти. Кирочку, кирочку быстренько взять. Я сейчас попробую сломать, но не уверен, что это сработает. Не уверен, что это сработает. Это, по-моему, как бы дрог, блин. Он не ломается. Дыра с монстрами. Да, он не работает. Нельзя добывать его. Это плохо, ребят. Это плохо. Видимо, это все активируется позже. А пока что это точка относительно безопасности. Ладно, 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 сейчас поедим, и сейчас мы, в принципе, берем вот это дело, бензопилу свою, и все, все, сейчас надо идти дальше нападать. Это что, это у нас конец корабля, очень темно, ребят, на самом деле, я не понимаю вообще, что здесь происходит. Короче, у командосов броня явно лучше, это получается, ну, это видно и по защите, и по всему, но это, в принципе, и так понятно. Понятное дело, то, что у командосов будет получше броня. Ну и мы, короче, сейчас направляемся наверх. Тихо. Тихо. Так, а можно как-то... Ух ты ж, можно, можно. Смотрите, я ему сейчас в голову попаду. До свидания. До свидания. До свидания, Вася. До свидания. Ой. До свидания. До свидания, Вася. До свидания. Так, надо ограду какую-нибудь сделать. Так, у меня, в принципе, хп много. Ой, вот. Подожди. Подожди, подожди. Ой-ой. Тихо. Уйди отсюда. Вообще не до тебя сейчас. Так, болтовка, что еще? Дробовик закончился. Так, так. Ой, а если он там останется, то это вообще круто будет. Вот так убивать потихоньку. Так, давай иди сюда. Есть, все, отлично, минус один. Так, главное, чтобы сейчас еще не появились. Надо отойти подальше. Так, есть. Так, отлично, штурмовая винтовка. Вот это вообще хорошее оружие, насколько я знаю. Так, штурмовая, три штурмовых винтовки. Это не может не радовать, конечно же. Не может не радовать! Чтоб вас, как говорится. Блин, вот это опасно. Надо осторожно нападать, потому что, блин, это же... Это же военные, блин, с ними не пошутишь. Ой, блин, испугался. Так, и зомбаки еще появились. Стоп, тут какие-то боссы. Боссы меня вообще не радуют, ребят. Не-не-не. Блин, почему нету патронов на эти пушки? Вот у болтовки куча патронов. Ладно. Сейчас будем пробовать. Она, кстати, относительно достаточно мощная. Тихо. Так, военного я убил. Который босс был. Тихо-тихо. Тихо. Полегче-полегче. Так, тихо. У нас броня примерно одинаковая, поэтому надо... Надо это понимать. Так, тихо. Я боюсь, на самом деле, выходить, пока там ночь. Это вообще что-то жестко все. Так, ну, короче, ой-ой-ой, что-то летит. Еще летучая мышь. Тихо-тихо-тихо. До свидания. До свидания, до свидания. До свидания. Здравствуйте теперь. Теперь здравствуйте. Ой, опять босс. Опять босс, блин. Опять какой-то майох или я не знаю кто.
что? Ой, ой, нет, уже босса. Нет, есть босс. Это какой-то военный просто. Это какой-то опасный военный. Так, меня еще какая-то птица убить пытается. Ребят, ну это издевательство какое-то. Он еще восстанавливается. Его надо валить прям капец как сильно. Давай! Так, ребят, а можно я... А, нет! Меня убивают! Меня убивают! Ребята, спасите! Ой-ой-ой! Так, тихо-тихо. Закройся, пожалуйста. Блин, мне повезло то, что здесь стекло рядом. Потому что я могу сейчас до сундука как-нибудь... А, нет, не могу. Блин. Что же делать? Хотя у меня вот оно, оружие есть. Есть у меня оружие, бояться нечего. Нормально все, сейчас прорвемся, нормально. До свидания, минус один. Тихо-тихо. Ой, блин, еще босс. Еще босс. У меня нету, да, этих нету. Нету защиты от отравления. Что же делать, блин? Это же вообще капец, как здесь выжить, блин, на этой военной базе? Я вот этого вообще понять не могу. Так, надо вот так сделать. Так, и... Так. Есть! Так, нет. Нет, все быстро. Так, у меня полсердечка, бед. Меня сейчас любая муха может убить. Быстрее. Все, валим отсюда быстренько, пожалуйста. Быстренько сейчас оденемся, поедим все как надо. Так, вижу еще военных. Иродов этих. Я думаю, что сейчас надо сделать самую умную вещь, которая вообще должна была быть еще в первой серии у меня. Ну, я только сейчас до этого догадался. Сделать гребаный щит, потому что, блин, он хоть как-то спасает на этой версии, блин. Потому что, блин, без него, правда, это, блин, все плохо. Ну ладно. Надеюсь, что он как-то мне поможет. Так, ну, кстати, он вообще убирается. Ну ладно. Ладно. Так, у меня все кончилось. У меня уже все патроны кончаются, ребят. У меня уже все патроны просто кончаются. А это, я так понимаю, главные, кто здесь вообще есть. Тихо. Валим. До свидания, минус один. Так, тихо, надо валить. Сейчас опять заспавнится и будет вообще нехорошо. И мы сразу идем наверх. Надо рваться наверх и нападать на этих иродов. Да. Так, все, до свидания. До свидания, минус один. И сейчас будет минус два. Нет, минус два не будет. Минус два, походу, не будет. У меня что-то горит уже. Так. Иди ты отсюда. Да чтоб тебя, блин. Меня просто этот огонь убивает капец как сильно. Надо еще броню какую-то новую себе. Так, короче, болтов у меня осталось еще. Давайте вот так вот сделаем. Как ее перезаряжать? Ага, вот так вот. Все, поедим еще раз. И сейчас попробую. Нет, это бессмысленно считать. Надо вот так вот осторожненько. Потихонечку. Так, у него плюс 40 жизни. Да как его убить-то, я не понимаю. Его не убить, блин, этого босса, блин. Да что у тебя? Так. Давай. Есть, я его убил. И то какими-то хитростями. Я не знаю, как его вживую убивать. Это вообще какой-то супер крутой босс, блин. Ну ладно, ладно. Так, нападаем дробовиком. И по тебе сейчас дробовиком, отлично. Ой, ой, до свидания. До свидания. Так, что у меня еще есть? У меня есть самопал, который я использую. У меня есть болтовка, давайте болтовка. У меня нету просто оружия особо. Так, ну эти вообще легкие. Меня убили, ребят. Это вообще, я не знаю, как это. Просто эта сборка самая хардкорная, которая только может быть. Вы скажите, где сундук? Я как бы... Все пойму, да. Но на самом деле я не все пойму, но как бы ладно, да. Где у меня сундук? Да, он прям на улице, отлично. Девай, что нужно и не нужно, и все будет четко, как ни странно. Потому что на самом деле мы почти выиграли, потому что мы сейчас убьем главных этих самых чуваков. Правда, вертолеты эти останутся еще, ну ладно. Их-то как-нибудь мы завалим, может быть, а может быть и нет. Так, до свидания. До свидания, опять поесть надо. Я, короче, по-моему, больше ем, чем дерусь, на самом деле, чем стреляюсь. Но что поделать, как говорится. Так, давай, перезаряжай. Самопал, может быть, использовать, я не знаю. Вроде пушка такая себе, но хотя бы побыстрее перезаряжается. И вот таким вот хитростями сейчас мы его убьем. Так. Ну, вроде как они уже заканчиваются, что не может, конечно, меня не радовать. Так, опа. Меня сзади бьют! Стоп! До свидания. Блин, болтовка, конечно, делает дела, ребят. Дела-то она делает хорошие. Она очень хорошо валит. Очень хорошо их уничтожает.
Еще у меня куча патронов под нее, поэтому мне очень повезло, то что хотя бы на нее у меня есть патроны. Надо щит одеть, у меня его нету. Так, опять поесть надо. Блин, тут реально, тут сидишь и просто ешь. Я вот за это не люблю версию 1.12.2 и выше, потому что там ешь просто каждую минуту. Каждые 10 секунд, какую минуту, блин. Вот я опять есть должен, блин. Ай, блин, промазал, тихо. Сейчас бензопилой. Умри, собака. Умри, да умри ты с одним хп-то. Ты что не сделаешь-то, а? Давай, бей, заезжайся спокойненько. Есть! Так, пропал. А здесь не пропал. Так, надо быть осторожным. Здесь не пропал вот этот спавник, Поэтому мы сейчас вот так вот закрываем все это дело. Только посмотрим, что в сундуке. А в сундуке хорошие вещички, да. Окей, я, кстати, играл когда-то с огнеметом. Я его использовать не буду здесь, потому что из-за него появляется очень много монстров огненных. И я не хочу, ребят, себе проблем, поэтому извините, но нет. Да, ну и патронов, конечно же, у нас не будет. Да, ну ладно. Блин, тут такая броня хорошая, наверное. А я, блин, сейчас ее просто на нее внимания не обращаю. Так, а еще же выше есть. Подожди, еще выше есть. Выше еще есть. А вот они, самые главные игоды. Вот они. Вали их, игодов. Стоп тебя. Что я несу? Ой. Что это за лазер страшный? Так, ладно. Где ты, игод? До свидания. Так, на карте смотрю, вроде их особо и здесь нету. Все, спавник здесь пропал. Отлично. Все, наверху их нету, короче. Сейчас посмотрим, что по вещам. По вещам еще одни ботинки, неплохо так. Давайте вот так вот сделаем. И вот так вот склеим их. И что это еще? Штаны, смотрите. Штаны-то тоже хорошие, наверное. Командос это очень хорошо. И железные блоки. Но это мы забьем все попозже. Потому что сейчас наша задача уничтожить всех вообще. А я всех еще не уничтожил. Да, но здесь, видите, еще могут заспавниться. Короче, пока что непонятно, что да как. Но вот здесь, я думаю, много патронов будет. Но пока что я не хочу брать. Хотя, может быть, взять. Так, что же здесь выпадет? Давай патроны, пожалуйста. Это что такое? Ракеты? Нихера себе, не страшно. Так, я их убрал. Ракеты-то ладно. Дайте мне патронов, пожалуйста, потому что... А, можно бензопилой, совсем забыл. А, ну это фигня, это нам не нужно, наверное. Но я там видел еще одного этого игода. Надо, короче, выйти на улицу и всех просто их там уничтожить. Чтобы уже ни одного тут не осталось. Что я могу сказать? Я вроде как почти всех уничтожил. То есть, в принципе, это было не так сложно, как я думал изначально. Я вообще боялся сюда нападать, если честно. Так, а вот этого я точно боюсь. То, что на меня какой-то огонь. Какие-то молнии. Блин, еще самое страшное то, что у меня нету даже элементарно факелов каких-то. Я даже не вижу, что там происходит. А вот пауки. Пауки. Да не надо, меня что, пауки сейчас убьют, что ли? Не надо, пожалуйста, я сейчас зарублю их всех. Зарублю. Где? Птица! Боже, как тут хардкорно-то. Тут же реально можно от любой фигни умереть. Так, я еще двоих вижу, вот где-то вот там вот. Давайте попробуем уничтожить. Я не думаю, что будут большие проблемы. Надеюсь, что их не будет. Так, еще уже, что ли? Так, а я делаю выводы, что, по-моему, нет. По-моему, они наоборот внизу где-то. Не понимаю, где они? Тут еще... А, вот! Я понял. Так, готовлю болтовку. У меня вот этого бензопила есть. Штурмовых винтовок нету. Вот это еще чуть-чуть что-то есть. Два патрона, блин. Ну, тут, кстати, хорошие такие склады, я так понимаю. Да, смотрите, что-то есть, железные блоки, куча пушек. Так это же вообще четкая вещь. Так, и вот, по-моему, где-то здесь сейчас будут военные. Да-да-да, они в каком-то складе находятся. На складе, блин. Давай, тихо. Он его уже убил, блин, брата. Мне это, конечно, лучше, ну ладно. Мне, конечно, понятно, что лучше, что он его убил. Да. Главное, бог тоже у меня. Командос.
Надо себе баню командоса сделать, и может быть меня даже трогать не будет. Да, тут смотрите, как еще прикольно. Тут еще там крафтовские эти камни. Вообще прикольно, да. Ну и вы видите то, что вот такой вот огромный склад я теперь буду иметь. И я убил всех военных на корабле, но мне кажется то, что должны еще заспавниться, потому что еще вроде спавнеры где-то были. Вот, например, вот здесь вот были спавнеры, но их пока что нету, ну и это хорошо. То есть их уничтожить никак нельзя, может быть взорвать? Ну-ка, давайте попробуем. Ай! Что я сделал? Это что было сейчас? Это гениально! Я надеюсь, что сундук хотя бы в живых остался мой. После смерти, блин. Ой. Ребят. Фух, блин, я так сейчас на секунду испугался. Слава богу, блин. Блин, я полбазы разнес. Вот я идиот, конечно. Ребят, я просто полбазы разнес. Это нормально? В принципе, ребят, на этом, наверное, я буду заканчивать эту серию. Она получилась очень какой-то, как по мне, странной. На самом деле, мне было очень сложно ее записывать, потому что, во-первых, мне сейчас очень жарко. На улице сейчас больше 30 градусов, и то есть, ну, я думаю, вы понимаете. Мне на самом деле даже говорить тяжело. Возможно, вы это даже чувствуете, слышите. Ну и, короче, вот такие вот дела. Да. Короче, ребят, в принципе, я сейчас заберу эти вещи. Я уже в следующей серии, наверное, разберу, что здесь на складе и так далее. Вот этот корабль у меня, правда, еще не захвачен. Они меня, видимо, и валят, эти скелеты, боссы. Ну ладно, 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 у меня очень много оружия теперь появится. И вообще можно сказать, то, что жизнь у меня теперь станет намного приятней. Так, а вот ты-то можешь умереть, пожалуйста? Ой-ой-ой, ой, меня, ребят, меня же скелет зарубит, не надо. Надо бензопилу достать. А где она? Где бензопила? Ребят, меня сейчас убьют, меня убьет скелет ёбаный. Умри. Все, до свидания. Все, всем спасибо за просмотр. И в следующей серии мы уже на этом корабле, может быть, приведем порядок. Возможно, это станет моей основной базой. Почему бы, в принципе, и нет. Я думаю, то, что неплохая база. Но вообще, на самом деле, я бы хотел жить где-нибудь просто в обычном мире. На обычной поляне какой-нибудь там сделать все. Какие-нибудь условия, да, нормальные. Под индустриальные моды, например. Но так-то, в принципе, тоже неплохая затея. Все, ребят, всем спасибо, у нас тут еще куча железных блоков и так далее. Короче, очень крутая серия, я думаю, получится. Всем спасибо. Это что такое? До свидания. Ой-ой-ой, нападали, нападают еще на меня. Смотрите, какие злые-то, блин. Все, ребят, все, всем спасибо, всем пока. Ты тоже до свидания, топор. Мне топор дали. Ладно, ребят, все, спасибо и удачи.